Всем доброго времени суток, вы снова на канале Интернет и Деньги. И это мое очередное видео о проекте Surferner. Как вы все знаете, мы там зарабатываем без вложений. Все просто, устанавливаем расширение в свой браузер, который будет показывать рекламные баннера, за что нам и платят копеечку. Также можно зарабатывать на партнерской программе. Собственно, поначалу на этом сайте можно было зарабатывать только так, на расширении и на рефералах. Но со временем начали добавляться новые способы. Давайте перейдем на сайт. Вот добавили выполнение заданий. Теперь можно выполнять задания, тут тоже зарабатывать. Дальше потом добавили просмотр видео. Теперь можно зарабатывать здесь на просмотре видеороликов. А сегодня я вам хочу рассказать о самом новом способе, который сюда добавили. Это майнинг криптовалют. Так как сейчас майнинги очень популярны, в тренде, поэтому все сайты начали внедрять к себе майнинг. Давайте посмотрим, как все это дело выглядит. Вот это кабинет Surferner. Ссылочку на Surferner я оставлю в описании. Вот в кабинете вот тут есть такая менюшка, и вот заработок без вложений. Тут можете посмотреть все способы, разные акции. И жмакаете вот сюда на майнинг криптовалют. Как видим, написано new, то есть новый способ. Я нажимаю на майнинг криптовалют, и меня перебрасывает на вот такую страничку. Как видим, это пока что бета-версия. Я уже проверил, все хорошо, денежка начисляется. Так, тут все зависит от вашего компьютера, сколько вы будете зарабатывать. Чем мощнее у вас компьютер, тем больше вы будете на этом майнинге зарабатывать. Зарабатывать здесь очень просто. Смотрите, вот тут есть кнопочка «Включить майнинг». Вы жмакаете «Включить». Вот дальше тут нажимаете «Разрешить». Все, как видим, мы майнинг вот у меня пошел, скорость майнинга. Тут есть ползунок, которым вы можете регулировать скорость вашего майнинга, вашего заработка. Можете поставить на 100%, но это делать я не рекомендую, чтобы сильно не нагружать ваш компьютер. Я рекомендую все-таки оставлять 50 на 50, то есть 50% будет майнинг, 50% компьютер будет свободный. Дальше, смотрите, курс гигахешей у нас 1 миллион хешей, это будет 69 копеек, да, это немного, но зарабатывать здесь таким способом можно. Много, конечно, не заработаете, но все-таки. Так, дальше, вот тут каждую минуту идут начисления, вот как видим, у меня 5 секунд осталось, сейчас придет первое начисление, давайте подождем. Так, вот все пошло заново. Я сейчас пишу ролик на ноутбуке, поэтому мощность маленькая, вот как видим, да. Все начисления будут вам идти вот сюда, вот тут. Сколько будет начислено. Тут можете следить за вашими хэшами, сколько у вас хэшей. Также за ними можно следить вот здесь. Вот, как видим, хэши увеличиваются. И вот тут за скоростью майнинга. Тут коэффициент вознаграждений. По партнерской программе тут тоже можно зарабатывать. Все зависит от вашего рейтинга в Surferner. У меня рейтинг чуть выше 80, поэтому по партнерке мне полагается 9%. У вас сразу будет 5%, если у вас рейтинг 0, дальше вот 10%, 5,5%, ну и так дальше. Повышая свой рейтинг, вы будете, можете зарабатывать больше по партнерской программе. Как повысить рейтинг, все просто, можете перейти в кабинет Surferner и все это дело изучить, почитать. Ну, в принципе, вот и все, просто вот включаете майнинг, дальше вот тут вам идут начисления, как видим, вот у меня уже вот тут начали появляться начисления. Вот эту страничку не закрываете, на ней быть не обязательно, можете переходить по другим страничкам. Вот главное, чтобы она была открыта в браузере. И ваш майнинг будет работать. И в 12 часов по Москве, то есть 12 часов ночи,
все заработанные вот денежки на майнинге начислятся на ваш баланс. Дальше вы их сможете отсюда выводить. Я остановлю, потому что чтобы при записи не нагружать ноутбук. Так, ну в принципе, я тут все сказал. Как видите, тут все довольно-таки просто. Жмакаете включить, выставляете регулировочку скорости и зарабатываете вашу денежку. Если хотите остановить, нажимаете остановить и все. Вот так просто здесь можно зарабатывать на майнинге. Ну что, на этом я видео заканчиваю. Таким интересным способом вы можете заработать без вложений. Конечно, немного, но все-таки заработать что-то да можно. Ссылочку на проект я оставляю в описании. На этом с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Интернет и Деньги. И до новых встреч.